Так, ищу дом номер 12. Не раздуплюсь, дом находится. Здравствуйте, а вы искаете, где тут 12А дом? Вот этот вот. Вот этот белый, да? Да, да, вот. Следующий будет 16. Спасибо. Ну все, красиво. Так, 12А. Готово. Квартира 83. Второй подъезд. Вот он. Так, где-то тут паркануться. Приехали. Так, сколько там время? 17:54. Так. Да, ну это мне ничего не нужно. Мне нужно только вот это. Вот это. Заберем. Мама, хочешь ты его взять? Здравствуйте. Здравствуйте. Слышь, Владимир? Да. Ну, ты не родила. Хорошо. Ванная, да, здесь они стоят? Давайте я вот это заберу. Ваши все вещи и... Дерево. Да. Так, а эти, да, вот здесь подтекают, ну, да? Да, потому что я сегодня вот тут вот. Ага. Ну, оно, может, сразу не начнет капать, потому что мы вчера включили, оно вроде все сухо, а потом уже к вечеру... Потихонечку, да, начинает, наверное? Да, к утру уже, когда открыт краник, к утру уже оно накапливает. И оно, получается, стекает туда на холодную штуку. Ну, это часто, кстати, холодная. Часто бывает, я так ошибаюсь тоже. Да. Смотрю, что вроде там, а потом начинаешь присматриваться. Оно... Угу. Так. Ключик. Ну, тут хорошо, что хоть если оно поможет, то... Длинная проволока на этом, на пломбе, что можно еще туда-сюда. Угу. сильно близко к вот этой стене, что ее надо немного выдолбать. Счетчик не так был упорно к стене прислонен. Но может она до этого здесь. Ну что, я поджал сколько можно максимум, ну, она уже там, если прокладка еще живая, ну, не сгнившая, то она будет держать. Ну, смотря какая, если там резиновая, скорее всего, там не резиновая, конечно, ну, не силикон. А если будет дальше, ну, протекать, то тогда уже вызывать, чтобы снимали счетчик, да, и менять... Вот так, то даже вызывать никого не надо, это все можно со мной решить, это я звоню на горячую линию, ну, даю адрес, они... Ну, телефон, ну, допустим, или вам дают телефон горячей линии, вы звоните, договариваетесь, приходит мастер, снимает пломбы, потом я приезжаю, все тут перепаковываю, переделываю, потом опять звоните, когда уже все готово. Допустим, проверили там пару дней, что оно не капает, ничего, ну, звоните, они приезжают, пломбируют. Ну, так, чтобы все официально, чтобы ничего не это, нигде. А по электричеству вы тоже? Да. А вы мне сможете еще подсказать такой вопрос? Пакетник мы поменяли, вот тут щитовой. У нас, конечно, техники трохи есть. Такой, что может сильно тянет. Ну вот, например, я включаю стиралку и включаю гриль, например, или мультиварку. И вот тут вот это выбивает, я так понимаю, потому что приезжали аварийка и меняли вот эту штуку 2 раза. И типа, что если будет выбивать, так просто нажимаете вот туда вниз, держите и потом включаете, и свет появляется. Получается, что этот не выбивает, а вот в этом проблема. Так его можно заменить, или это проводки проблема, что оно выбивает. Или слишком большое напряжение. А здесь видно, он греется. Так нормально. Ну здесь тоже надо поменять, на такой план. На такого плана? Да, у вас 2 автомата. Должно, наверное, тоже. Даже если пылесосы и стиралка включена, там уже на 60 градусов нагрева или на 40, то есть оно уже выбивает. Ну надо поменять, давайте договоримся, какое у вас будет время. Можно, я сниму это, там да, нормально обожму контакты. Завтра мы так хотим. Давайте на воскресенье, я возьму туда. А у вас будут эти детали? Да, я возьму с собой автомат. Да. Вот это такое, да. Ну тогда давайте я рассчитаю сколько. Хорошо. Спасибо вам большое. Да, до свидания. До свидания. Так, готово. Ну так зарабатываются тяжелые деньги. Рыбу ловишь? Нет. А, букашку? Спаси букашку, пусть летит куда-то. Опа. Выключаем. Так вот.